Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики вместе с Национальным телевидением Чуваши представляет проект «Один день с профессионалом». С будущей профессией я еще не определился, но хотелось бы побольше узнать о профессии автомеханика. Вместе со школьниками выбираем будущую профессию. На этот раз профессию автомеханика. Наши помощники – преподаватели и студенты Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий. Программу «Один день с профессионалом» смотрите на Национальном телевидении Чуваши 21 мая в 20:30.